Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина состоялся 44-й весенний творческий конкурс юных поэтов, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Великого. В нем приняли участие 20 школьников от 7 до 19 лет. В состав жюри вошли поэты, писатели, языковеды, литературоведы. Выступления конкурсантов оценивались очень строго. И все же члены жюри отметили высокий уровень талантливых юных авторов. В младшей группе первое место заняла ученица Одинцовской школы номер 17 Гаине Абакян. В старшей группе Любовь Манукова из Одинцовской школы номер 3. Приз зрительских симпатий был присужден Глебу Кулагину, ученику гимназии номер 4.